19 августа отмечается Яблочный Спас. Официальное название церковного праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас или Второй Спас. Первый или Медовый Спас отмечается 14 августа. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также готовили из них разные блюда, например, пироги, причем у каждой хозяйки был собственный рецепт приготовления яблочного пирога. Поэтому, приходя в гости, можно было отведать какое-то новое вкусное блюдо. До второго спаса есть яблоки запрещалось, а первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом вкушали. Иногда, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград. В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Те, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными. В народе говорили, что после преображения и погода преображается. Ночи становятся по-осеннему холодными. Пришел спас, бери рукавицы, про запас. Второй спас, шубу припас, подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. Потому какая погода в этот день, судили о будущем в январе. Эльвира Шуваева, интернет-телевидение, ТВ Белл.